Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодняшний ролик о покраске нашего дома. Для этого был куплен китайский распылитель. Забегая вперед, скажу, что он оказался добротным и со своей задачей справился на все 100%. Первым делом с помощью степлера и старых обоев закрыли все места, которые не должны быть покрашены. В нашем случае это окна и наличники, так как они покрашены в другой цвет. Есть 100 миллилитров. Вот 150, видел? Вот это 150. 150. Есть, понял? Все, есть. После этого мы приступили разводить краску до определенной густоты. Нам повезло, в комплекте к электрораспылителю шла специальная воронка для измерения густоты краски, вискозимер. Опытным путем, добавляя растворитель, мы добились, чтобы краска вытекала из воронки за 25 секунд. В инструкции написано 25-15 секунд. И заодно замерили, сколько надо растворителя на одну банку, чтобы в следующие банки добавлять такое же количество растворителя.
сейчас. Да, я сюда вот садись. Заливаем краску в бачок распылителя и приступаем к покраске. В процессе работы появился навык, и краска стала ложиться ровнее, и окрашиваемая поверхность с одной заправки увеличилась. В общем, мы остались довольны своей работой, да и качество покраски нас вполне устраивает. Еще минимум две банки.
Всем доброго здоровья, до новых встреч!